Всем привет, с вами снова я, Ред, и это мое новое видео по топу прикольных карт для Beamish Drive. Я отобрал красивые и прикольные карты, которые точно разнообразят вашу игру в Beamish Drive. Но мы не будем медлить, ставьте свой царский лайк и подписывайтесь на канал. Поехали! Ну а далеко мы отходить не будем, первая карта называется «Опасная дорога». В ней вы можете проверить свой внедорожник или любую другую тачку зимой. Если на этой карте вы сможете покататься с другом, запустив ее в онлайне, то это будет очень интересно, весело и смешно. Вторая карта не такая крутая, как первая, потому что это NFS Unbound. И, если честно, она не очень детализирована, да и вообще на этой карте как-то очень скучно и даже не запускается трафик. Ну а вот третья карта очень красивая и очень интересная. Это карта какой-то неизвестной долины, но тут очень интересно покататься на каких-то внедорожниках или по типу пикапов, на котором я сейчас еду. Это очень интересная карта, и самое главное, что на этой карте работает трафик. С трафиком намного интереснее и круче играть в эту игру. Четвертую карту знает практически каждый, потому что эту карту проходили даже все популярные блогеры. Это карта Only Up. Думаю, все знают, что это такое. Если вы не знаете, то просто скачайте эту карту в моем телеграм-канале и поиграйте. Ну а пятая карта очень интересная, потому что на ней есть какие-то интересные замки и очень красивая местность. А также тут поддерживается трафик. Честно скажу, я не думал, что эта карта будет настолько интересная перед тем, как я ее устанавливал. Очень советую поиграть на этой карте. Лично мне она очень зашла. Ну на этом все. Все карты, которые были в этом видео, вы можете скачать в моем телеграм-канале по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Ну а на этом все. Ставьте свой царский лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.